8 лет за решеткой проведет дантист, которого французская пресса окрестила мясником за ужасное лечение. От прессы он свое лицо усердно прячет, но пациенты его точно забудут не скоро. За несколько лет практики в маленьком городке провинции Бургундия Марк Ван Мироп покалечил несколько сотен человек, удалял здоровые зубы, ломал челюсти, заносил инфекции, надрезал губы и языки. Так женщине с жалобой на кариес он просверлил за раз 17 зубов. Кроме того, медик любил делать анестезию так, что у больной несколько часов не мог пошевелиться, а сам уходил обедать. При этом за свои услуги счета выставлял в 1000 евро. Когда же пострадавшие обратились в суд с коллективным иском, доктор-садист ударился в бега. 2 года ушло на поимку. По запросу французской прокуратуры его экстрадировали сначала из Канады, а потом из Нидерландов, откуда он родом. Теперь же, по решению суда, ему до конца жизни запрещено заниматься врачебной практикой и предстоит выплатить штраф в 10,5 тысяч евро.